там. Дебур. Беркамп. Коку. Можно бить. Удар. Блестящий удар. Выполнен великолепно. Не сильно вратарь даже не прыгнул. Ну, как можно с 16 метров точно послать мяч в ворота. Но Беркамп организовался. Хорошая комбинация была. 1-0. Голландцы повели. Еще раз смотрим. Беркамп отдал Коку, и Коку, казалось бы, должен был оставить мяч для Беркамп. Он вроде вратарь не среагировал даже. Настолько здорово, низом, четко влево от вратаря угол. Блестящий гол.